Более 12,5 тысяч литров в трех грузовиках. Таков объем изъятых правоохранителями спиртосодержащих веществ в заводском районе Орла. Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль марки «Фиат Дуката». При осмотре за тщательно замаскированной фальш-панелью полицейские обнаружили канистры, заполненные спиртосодержащей жидкостью. Никаких документов, подтверждающих законность производства и приобретения алкоголя, водитель предоставить не смог. На расположенной неподалеку парковке обнаружили два КАМАЗа, также с канистрами со спиртосодержащей жидкостью. Общий объем ее составил более 12,5 тысяч литров. Образцы жидкости будут направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального ОМВД. Экспертам предстоит установить, является ли продукция опасной для жизни и здоровья потребителей. По результатам экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия.